Положила. Ставили. Она очень нервничает. Посадили. Еще разочек поставили. Положили. Посадили. Я сейчас подскажу к своей собаке. Итак, коллеги, собакам команда рядом. Собаки сели в ноги. Кругом марш. Колонну по одному за мной. Рядом. И поехали, да? Барьер. Распрыгаем собак. Бар. Бар. Много бар. Немножко разомнем. А потом посмотрим, как можно, да, и плести барьер в элемент послушания, причем спортивного послушания. Подзываем. Ко мне. Хорошо. Подзываем. Сейчас в танцах обязательно выходим, кланяемся. Танцы судят от 3 до 5 судей. Судейство в танцах начинается с момента выхода в ринг. Вот есть такой момент, да, если собака, например, при выходе ушла от хозяина, то собаку могут даже снять с ринга, если в течение 30 секунд хозяин собаку не вернет. И, кстати, вот работа на расстоянии с собакой в танцах, она ценится очень высоко. Погромче можно? Накидать.
На улице сова, конечно, надо чем-то заниматься, постоянно бегать за мячками, за палками, тоже не вариант. Трюки – хороший вариант, чтобы размять собаку, пообщаться с ней. Да и люди, когда мимо идут, говорят, ну что вы тут собак развели, какие умные собачки. Все, пожалуйста, вот весь свой спектр трюков, база, что у вас есть, показывайте. У кого-то больше, у кого-то... Аплодируем. Хорошо.